Свобода, фантазия и веселье – вот что объединяет уличный баскетбол. На открытии оранжевого мяча почетные гости мероприятия приветствовали спортсменов. Стритбол – это спорт без четко определенных правил. В уличный баскетбол играют на свежем воздухе на любой асфальтированной площадке. В стритболе закрываются глаза на многие ошибки и фолы традиционного баскетбола. Возможно, из-за этого он и набирает большую популярность. Местная команда «Анапа Стайл» встретилась с краснодарским «Зефиром». Победа анапчан со счетом 6-5. На этом турнире хотелось бы, конечно, занять первое место. Посмотрим. Стритбол – это, я бы сказал, 50% умения, 50% удачи. Если повезет и умение не подведет, тогда все будет хорошо. На улице Горького анапчане и гости курорта могли показать умения и таланты в соревнованиях по бадминтону, дартсу. Любители интеллектуальной игры приняли участие в шахматном турнире. Спортивные площадки работали для всех желающих. Вчера случайно увидела в газете ваше и решила, что сегодня нужно обязательно поучаствовать. Не так много в Анапе таких мероприятий проводится, где можно участвовать, а не только смотреть. Шахматы дают очень многое. Не помню, в какой книжке писал, или Каспаров, что самое главное, что они дают, это способность к обучению. То есть время, потраченное на шахматы, нельзя считать потраченным впустую. День физкультурника на Театральной площади получился динамичным и прошел в позитивной атмосфере спорта, праздника и лета.